Друзья, всем привет! Меня зовут Лев, я занимаюсь монетами, и сегодня хотел сделать обзор на 5-унцовую золотую монету острова Кука. Это австралийский монетный двор, который производит монеты из того, что добывается в Австралии. Из того металла, который добывается в Австралии, золото. Золота в Австралии, серебра добывается очень много, и там платины, и в принципе других редкоземельных металлов. В общем, и поэтому они делают по заказу разных монетных дворов, выпускают эти монеты. Ну и также свои выпускают монеты. Вот в частности острова Кука выпускают, потом острова Ниуэ, там в общем разные монеты. И вот эта монета посвящена Крузенштерну, его экспедиции кругосветной. Значит, аверсе у нас изображен сам Крузенштерн, его корабль и, в общем, те острова, вокруг которых они плавали, ходили, как правильно говорят. Сама монета 5-унцовая, это довольно увесистая монета золотая. Она небольшая, но видно... Когда ее поднимаешь, понятно, что она очень тяжелая. Золото здесь используется 999 пробы. Здесь, наверное, стоит отметка где-то о том, что это золото. Или не стоит? Нет, скорее всего, не стоит. Ну, это такая не новая монета. Тогда еще так не ставили. На реверсе изображена... Получается, профиль еще живой Елизаветы II. Сверху подписано, что это Cook Islands, острова Кука. И внизу номинал $200. На сегодня эта монета, значит, по стоимости... Сейчас, секундочку. Значит, по стоимости на аукционе уходит за 919 тысяч рублей. Ну, это включая комиссию аукциона. А если считать по золоту, то давайте посчитаем 155,5 грамм умножить на 2, ну, биржевую стоимость, то она по стоимости на 100 тысяч дешевле, 814 тысяч. То есть реально можно покупать эти монеты вот в таком пределе, то есть дешевле 919 тысяч и дороже 814 тысяч. Кто, например, в ломбарде хочет купить монету, ломбарды чуть ниже стоимости золота покупают, вы можете у них откупить, например, за 900 тысяч, да, и продать на аукционе за 919. Она очень хорошо уходит. Это такая инвестиционная идея. Вообще монета мелкотиражная, 99 штук, но ее много и не нужно, потому что это 5 унций. Как бы для таких монет такой тираж нормальный. Подписывайтесь на канал, будем развиваться вместе.